Вы не могли двигать рукой. И не могли двигать пальцами. Сейчас покажите, как вы делаете то, что не могли делать раньше. Слава Богу! Давайте еще раз во имя Иисуса. Еще раз во имя Иисуса. Последний раз во имя Иисуса. Слава Богу! Как долго у вас были эти проблемы? 1 год. Спасибо, Небесный Отец, во имя Иисуса. Пусть Бог благословит вас. Что здесь у нас? Этот мальчик пришел со своей мамой. С рождения он был глухонемым. Он был глухонемым. 32 года. Подойдите сюда, пожалуйста. Сколько ему? 32 года. Ему 32 года? Да. Ему 32 года? И он родился глухонемым. Вы слышите меня? Слышь меня? Делай то, что делаю я. Он родился глухим. Иисус. Иисус. Он говорит первый раз за всю свою жизнь. Мама говорит, ему 32 года. Он был глухонемым всю жизнь. Я думал, он выглядит намного моложе своего возраста. Но он родился глухонемым. Сейчас он может слышать. Давайте воскликнем «Аллилуйя!». Посмотрите на эту радость. Только Иисус мог это совершить. Если бы вы родились глухонемым, 32 года, вы бы делали то, что делает Он. Пусть Бог благословит вас. Я так счастлив за вас, мама. Так счастлив за вас. Что здесь произошло? 11 лет по причине нарушения в нервной системе, в спине, она не могла ходить без палочки. А где ее палочка? Она не принесла ее. Она пришла верой, что она исцелится. Она ходила с помощью палочки. А как сегодня она пришла? Ее муж привел ее. Вы привели ее? Обычно она ходит с палочкой. Да, каждый день она ходит с палочкой. А что сегодня произошло? Сегодня ей уже лучше, ей уже не нужна палочка. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Возвращаемся, поворачиваемся.
Сейчас можете пройтись сами во имя Иисуса. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Отец, я благодарю Тебя во имя Иисуса. Продолжайте ходить самостоятельно. Продолжайте ходить. Что здесь случилось? Его левая нога была парализована. 8 месяцев. И 3 месяца она лежала в постели. И затем, что произошло? Что случилось? 3 месяца она лежала в постели. Первый раз она пришла и стала лучше. Второй вечер и стала еще лучше. Итак, она пришла первый день, ей стало лучше. Она пришла на второй вечер, ей стало еще лучше. А сегодня она полностью исцелена. Давайте пройдемся вместе. У нее была парализованная нога. Она ходит. Спасибо, Иисус. Пусть Бог благословит вас.